Шулок смещается направо. По-прежнему она под контролем у Чеха. Шулок смещается еще раз. И какой горешник Либора Шулока! Вот команд по игре в большинстве, но все равно у Адмирала 20% с копейками. Видите, бросок Шулока и гол. И вот так Адмирал открывает счет в этом матче. Вот вам и большинство, да? То есть... Шулок. Шайбу принял. Дальше Горшков. Еще раз Шулок. Вновь Либор заряжает и на сей раз забивает. Либор Шулок. 1-1. Среднюю зону отправил. Подхватывает шайбу Михаил Криштов. Смещается в центр. Оставляет под бросок Шулаку и гол! Либор Шулок! Открывает. А вот этот контрвыпад может быть очень неплохой. С догоняющим, и это Шулок! Либор Шулок! 1-0, как он попал? Шулоку под бросок и наконец-таки проходит шайбу до Белялова. У Шулока бросок мощный. Еще одна попытка, гол! 1-1! Ну что, Либор Шулок еще раз подтвердил. Шайба приходит к Берлеву. Прострель налево. Еще раз Шулок бросает и забивает Либор Шулок. 2-0 в пользу Адмирала. Скидка. Неплохо ходит шайба у Адмирала. И что, еще один гол! Забивают игроки Адмирала. Это уже 2-1. Ekström för Čulak för att stänga matchen. Och Libor Čulak nätar för andra matchen i rad, om det inte är en styrning på den där. Så kuchmaschinejshi. Čulak. Еще бросает и забивает с кистей Čulak. 2-0. Bollen åt andra hållet. Sjöberg, ja, Bollsson har dessutom med sig backen Harry som hittar in med den pucken. Libor Čulak tar skottet. Och den går i en båge över Jakob Johansson. Этот легионер. Но с другой стороны, вообще кого выделить? Шулок! Гол! Она зашла! Костин не понимает! Я тоже не очень понял. Довольно любопытно, да, что в два защитника играет Адмирал, большинство это. Шулок, гол! 4-1! Ну просто Хамидуллин с Шулоком вышли, обычно сейчас мы... Rakar in i sargen, dock ingen åtgärd. Carl Mattsson som stod för den istället. Här då, Čulak! Och det är mål! Det är reducering! Och Libor Čulak som får göra sitt.